Простое, но утонченное и очень ароматное блюдо к завтраку. Гренки в кляре с корицей. Подавайте такие гренки с маслом, ягодами или медом. Очень вкусно и сытно. Предлагаю вам приготовить на завтрак французские гренки. Готовить их проще простого. Нам понадобится готовый белый хлеб. А кляр мы приготовим. Если у вас коричневого сахара нет, используйте белый. Уверяю вас, получится очень вкусно. К тому же, блюдо будет сытным. А корица и ваниль придадут гренкам неповторимый аромат. Как приготовить французские гренки? Необходимые ингредиенты. Досмотревшим ролик до конца. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Обещанный список ингредиентов. Яйцо 4 штуки. Хлеб 1 штука. Батон, желательно прямоугольной формы. Соль 1/4 чайных ложки. Растительное масло 2 столовые ложки. Разрыхлитель 1/2 чайных ложки. Мука 1 стакан. Молоко 1 стакан. Коричневый сахар 1 столовая ложка. Корица 1/2 чайных ложки. Ванильный сахар 1 чайная ложка. Количество порций 5-7. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Заходите на канал снова, котятки.